Ой, бляха! Машина прокатилась одна! Одна зад! Машина без водителя! Ебан! Ёб твою мать, блин! Вот нахуй, какой бесед, блин! Кстати, тоже комплимент. Шведу Майнбергу нужно понравиться также интеллектом и харизмой. Ну а Швайнштайнгер, как серьезный парень, любит, когда его слушается. Вполне вероятно. Ну и раз уж вернулись мы к чемпионату Европы, еще несколько смс-ов и сообщений на нашем портале 4533, которые продолжают. Приходите на фундамент. Распродажа, блядь.
Что ж ты делаете-то, а, ёб твою мать, вы мамаши? Блин. Комплевит. И только он, ведь это энергия. Начни день с комплевита. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Утро доброе. Мы ведем свой экстренный репортаж «Бараньи бега» по городу Алматы. Очень много баранов. Вот-вот реально бараны бегут по дороге. Бегут и бегут, бегут и бегут.
Завеса тайны над сюжетом третьего «Хоббита» на днях приоткрыл сценарист картины и одна из ее продюсеров. Используйте свои возможности на максимум. Станьте частью команды Сбербанка. Специалисты СССР. Это, блядь, ебаный в рот. Блять! Ты чё? Совсем что ли? Ёбаный хуй, блядь, нахуй! Пидорас!对啊！幸好那个人跳车了。哦，外星。喂。哦。Блять!